Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я наконец-то снимаю мистическое видео, где я хочу поделиться с вами историями, которые происходили лично со мной. Я уверена, что многие зрители сейчас очень рады тому, что я возвращаюсь с новой порцией мистических историй, и я буду их рассказывать вам не только в этом видео и не только свои, но это видео я хочу уделить конкретно историям, которые произошли со мной. Помимо этих историй, я подготовила для вас те, которые вы мне писали, которые малоизвестные, но очень трешовые, которые очень мистические. И я надеюсь, что за некоторые истории мне не заблокируют видео, потому что они действительно прям трэш. Но те истории, которые я хочу вам сегодня рассказать, они действительно необъяснимые, мистические. Я их практически никому не рассказывала. Возможно, пару-тройку историй вы слышали в моих старых видео, так как эти истории давние, и мне было лет 11-12, когда они происходили. Но я считаю, что стоит поделиться ими и рассказать в подробностях, что же на самом деле происходило. Все эти истории максимально мистические, поэтому усаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. И в этом видео я спрятала для вас 5 фантомов, 5 призраков, которые пролетят либо сзади, либо спереди, либо во время перехода. И вы должны быть очень внимательными, поэтому досматривайте это видео до конца, и всех фантомов, которые вы заскрините или найдете по времени, когда они появились, кидайте мне в директ в инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах, туда я выкладываю очень крутые, бывало даже откровенные, суперские фотографии. Делюсь с вами новостями, продуктами, которые я пользуюсь, так что следите за моей жизнью, подписывайтесь по ссылке в описании или по никнейму, который вы видите на экране. Ну а если ты до сих пор не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся, потому что не подписавшись, ты пропустишь очень много всего интересного и будешь натыкаться на мои видео еще не один раз. Я Карина Аракелян, и на моем канале ты сможешь увидеть не только мистические истории, но и веселые пранки, челленджи, влоги и много-много-много другого интересного. Поэтому подписывайся, включай колокольчик. А это видео наконец-то с мистическими и страшными историями. Мы можем начинать. Поехали! Во время того, как произошла эта история, мне было 12 лет, или должно было исполниться, я была еще маленькая, но очень увлекалась всякими вызовами духов, пиковая дама, возможно, матершинный гномик, что только я не находила в интернете, все для меня считалось крутым, и я обязательно должна была это попробовать. Так вот, однажды с моей хорошей подругой на то время, я уже даже не помню, когда мы с ней в последний раз общались, это было во дворе, и нас родители максимум отпускали выйти в продуктовый магазин напротив нашего двора, а у нас двор был охраняемый, с забором, поэтому мы гуляли в основном на детской площадке, и я очень часто ходила к этой девочке, ее звали Ангелина, в гости. Так вот, мы нашли один очень крутой способ, как вызвать пиковую даму, и он меня очень напугал, так как там нужно было брать и зубную пасту, и красную помаду, и зеркало, в общем, все мы подготовили, мы заранее купили в магазине, мы взяли из наших квартир все, что нужно было для вызова, и вызывали мы пиковую даму в проходе от подъезда, даже не знаю, как это объяснить. В общем, стоит подъезд, 9 этаж, лифты, и рядом дверь, которую нужно открыть, пройдя через еще одну дверь, ты можешь выйти на балкон и уже спускаться не на лифте, а по лестнице. Был вот такой вот небольшой проход, который был ограничен двумя дверями, и внутри было очень темно. Мы решили вызвать пиковую даму именно там. Закрылись, включили свечи, все произнесли, все как нужно. Очень долго ждали, не могли понять, что, как, почему она не приходит. Ну и, естественно, около часа мы просидели в этой темной комнате. Было страшно, я не спорю, но мне было интересно увидеть и убедиться в том, что все это существует, так как до этого со мной мало какие мистические ситуации происходили, и если происходили, то я их воспринимала как, ну, шутка какая-то, как будто кто-то подшутил надо мной. Так вот, мы ждали очень долго, когда придет пиковая дама. Сделали все, как было указано в интернете. Вы знаете, что в интернете указано очень много всяких способов. Можно вызвать моего клона, там, какого-то другого призрака, умершего, там, кого угодно, господи, и очень много разных способов мы каждый день выбирали, кого-то вызывали и в это не верили. Для нас это была какая-то развлекаловка, шутка. Когда мы поняли, что все это бред, к нам никто не придет, начали друг другу шутить, придумывать всякие пугаловки, типа, а, она там, а, прикинь, так долго лифт ездит, а если сзади она сейчас выскочит, нас схватит, а давай попробуем спуститься на несколько этажов ниже, вдруг пиковая дама там. В общем, играли, и
для нас это была шутка. На улице было на то время не так сильно жарко, и я очень рада, что в этой истории конкретно мне повезло, но я ее никогда в своей жизни не забуду. Мы решили пойти в продуктовый магазин, чтобы купить водички, так как очень устали. Мама на то время у Ангелины уехала, к себе я не хотела идти, так как у моей сестренки был репетитор, или мама была занята, болела, я не помню. В общем, нам разрешили дойти просто до магазина, купить водички, а мы, как обычно, покупали воду подешевле и хотели взять какие-то сладости, там всякие штучки-дрючки. В общем, сходили в магазин и возвращаемся уже к нашему двору. Звоним к охраннику, чтобы нас пропустили на территорию нашего двора. И тут я вижу, что Ангелина отстала. Она отстала от меня где-то метра на два, а мы на то время с ней не разговаривали, да, несколько минут, просто шли уже до двора и решили, что там продолжим играть и чем-то себя там накручивать, может быть. Я вижу, что Ангелине становится плохо, не по себе. Ее начинает тошнить, она не может связать два слова, у нее вот такие вот шары, она вот так вот на меня смотрит. Ребят, это лицо нужно было просто видеть. Побледневший, чуть ли не посиневший человек смотрит на меня вот такими стеклянными глазами, с чипсами, с водой, со всякими вкусняшками в руках, и просто теряет равновесие и падает вниз. Падает, не подставляя руки, падает лицом об асфальт. Падает до такой степени, что у нее выпадает несколько зубов, она лежит и не двигается. Изо рта у нее идет кровь, я начинаю звать на помощь, не понимая, что случилось. Про пиковую даму я, естественно, забыла, потому что не думала, что все это может быть как-то связано. И Ангелина, она вообще чаще всего шутила именно про пиковую даму. Говорила всякие глупости, она там, она там, она там. Говорила, что ее не существует, ну и в итоге произошла такая ситуация, вызвали ей скорую помощь, ее посадили, она ни слова мне не сказала, у нее был шок, у нее шла кровь изо рта, выпало несколько коренных зубов, и такое ощущение, что выражение ее лица не менялось совершенно. Она как была вот с такими глазами и с таким лицом непонятным, как будто ей его расплющило, с таким и осталось. И знаете что, ребят, после этого мы с ней никогда не виделись, неизвестно что, как. Ее мама не брала трубки, у меня был ее номер, не отвечала на звонки, я поднималась, заходила за Ангелиной, выйдет она, не выйдет, и мама просто не открывала двери. Я не знаю, чем все это закончилось, для меня эта история остается необъяснимой, напишите, что вы думаете по этому поводу. В общем, мне стало не по себе, я приступаю к следующей истории. О боже, следующая история вообще самая трешовая, от которой я напугалась, и это была чуть ли не первая мистическая ситуация, которая происходила со мной в жизни. Я поссорилась со своими родителями, и мы на то время были на даче. Мама очень часто, это было лето, копалась в огороде, садила какие-то растения, папа очень часто качался на качели, уезжал куда-то по работе, или ходил в баню к своему соседу. Милка постоянно спала на подоконнике, моя собака. Когда поднимаешься по лестнице, там был проход вот так вот на подоконничек, и Милка туда очень часто ложилась. Никого дома не было, Полинка, по-моему, была в лагере, если я не ошибаюсь, в каком-то школьном. Ну и я со всеми поссорилась, со своим характером, просто убежала плакать в гардеробную. Гардеробная у нас была очень маленькая и открывалась вот так вот с помощью шторки. Дома в то время играл телевизор, так как мама могла и возвращаться в наш дом, и выходить из него, и что-то делать, возможно, на кухне, поэтому я просто сидела в гардеробе, от всех спряталась и плакала. Думала, что все, ко мне сейчас кто-то придет, будет надо мной извиняться, мама еще отобрала у меня телефон, я помню. Ну, в общем, сижу я, плачу и начинаю слышать шаги. Причем шаги я слышала и со второго этажа, и такое ощущение, что кто-то прошел мимо меня, как бы это странно ни звучало, но на даче у нас постоянно скрипел пол. Любой шаг, и тебя слышно. Причем слышно с таким нормальным скрипом, так как пол был у нас не особо доделан или сделан некачественно, поэтому как бы мы ни ходили, у нас постоянно все скрипело. И тут я сижу, затихаю и понимаю, что около меня и на втором этаже кто-то ходит. Дома никого нет, обратите на это внимание. Рядом со мной просто медленными шагами кто-то проходит, а я зашторила гардеробную, и, естественно, смелости посмотреть, кто там, у меня не хватило, потому что я подсела на очко, я вам клянусь, я так напугалась, что вы просто представить себе не можете. Я слышу все это, у меня начинается истерика, я просто сижу вот так, меня трясет, я не могу пошевелиться, не знаю, что мне и как делать, потому что, я клянусь вам, я слышала шаги, никого не было, и я, прислушавшись, понимала, что мама находится в саду, не в доме, никого нет, вообще, пустота дома, и я слышу такие бесячие шаги. И через 2 минуты я
замечаю, что резко отключается телевизор. Телевизор отключается ни с того ни с сего, ровно через 2 минуты после шагов, которые я слышала и на втором этаже, и рядом со мной. Телевизор выключился, я не знаю, возможно, там стоял какой-то таймер, потому что мы его долгое время не трогали, но я понимала, что он выключился без какой-либо помощи, просто так, а телевизор у нас был очень старый, и я уверена, что там такой функции не было. Я безумно напугалась и все-таки приняла решение, даже босиком было лето, выбежать просто из дома со всей силы как можно быстрее. В то время как я в голове начала прокручивать мысли, как я сейчас побегу до двери, моя собака Мила начала резко гавкать. Гавкала она настолько сильно, как будто кого-то видела. Хотя моя собака на то время была очень послушная, и заметить ее гавканье можно было очень редко, и услышать в том числе. Она постоянно, возможно, скулила, так как это миниатюрная собачка йоркширский терьер, она очень редко лаяла. Ну, по крайней мере, сейчас она любит лаять, а на то время нет. И вы не представляете, насколько сильно я обосралась на то время. Шаги, выключился телевизор, и еще моя собака давай тявкать. Я не представляла, что мне делать, и просто со всей силы, не оглядываясь назад, выбежала со всей мощи, которую вы только можете себе представить, из дома. Захлопнула дверь так, что, мне кажется, дом шиворот на выворот перевернулся, и все там внутри сломалось, потому что я с такой силой дверью никогда не хлопала. Я выбежала настолько быстро, что, мне кажется, моя собака Мила не поняла, в чем проблема. Я позвала маму, рассказала ей обо всей этой ситуации, она знатно поржала, потому что она во все это не верит и говорит, что, Карин, ты психопатка, таким образом мы с ней помирились, и история закончена. После этого я никогда не заходила в эту гардеробную, всегда выключала телевизор перед выходом и никогда не замечала, что он резко оказывался включенным. И никогда одна не ходила на второй этаж, потому что эта история просто меня подвергла в шок. Это самая трешовая история, и вы просто не представляете, как я напугалась. Следующая история очень короткая, но она является трешовой, тоже произошла на даче. Я очень часто падала с кровати, кровать у меня была односпальная, и я постоянно думала, засыпая, что кровать у меня очень большая, могла повернуться и просто упасть с кровати, потому что думала, что рядом со мной еще было место. В очередной раз место не оказалось рядом со мной, и я просто упала с кровати. Это была глубокая ночь, я еще не спала часов до 2, смотрела мистические истории по телеканалу ТВ3, если не ошибаюсь, читала всякие страшные истории, потому что во все это не верила, и тут я, да, упала с кровати, и понимаете ли, чтобы встать и лечь обратно на кровать, нужно открыть глаза. Я, лежавшая на полу, значит, открываю глаза и смотрю сразу под кровать, так как лежала я конкретно на той стороне, где можно было посмотреть под кровать. Я открываю глаза и отчетливо вижу какого-то странного существа, он был такой пушистый, круглый, я вам уже рассказывала об этой истории, я вспоминаю сейчас, мне становится очень страшно, я прям помню, что отчетливо видела под своей кроватью это дерьмо. Какой-то круглый шар, пушистый. У него были то ли не глаза, то ли хер пойми что, такие узкие, расположенные вообще чуть ли не на висках, очень далеко друг от друга, бровей не было, и просто я понимаю, что это существо смотрело на меня. Я подумала, что это спросонья мне, конечно, померещилось. Я резко встала и обратно легла на кровать, так и уснула. Я могу вам еще полчаса описывать, как минимум, как выглядело это существо, но я боюсь, что вам просто станет не по себе. Были очень странные вот такие маленькие лапки, рук не было, и я понимала, что когда уже вставала с кровати, я обратила внимание, что это существо резко куда-то вот так вот повернулось. Господи, ребят, меня аж в пот бросило, я вам клянусь, я такого страха в жизни в своей никогда не испытывала, и просто легла и попыталась уснуть, подумала, так мне показалось, поднимать весь дом на уши сейчас не стоит, это бредятина, успокоилась, легла спать. На следующее утро я уже думала, что это шутка, что мне померещилось, но сейчас уже со временем я понимаю и вспоминаю все то, что происходило, и нифига, ребят, это не шутка и не померечилось мне, я действительно видела очень странного фантома перед собой. Предпоследняя история, которой я с вами поделюсь. Да, я накопила для вас много историй, и это еще наверняка первая часть историй, которые происходили со мной. Просто не представляете, через что я только в своей жизни не проходила. Я уверена, что от следующей истории вы тоже будете в шоке. Я, когда ездила в лагерь, обращала внимание на девочку в соседнем отряде, которая очень странно себя вела. У нее были широкие зрачки, просто 2 глаза черного цвета. Она очень странно на всех смотрела, очень странно себя вела, и в самом начале
и по приезду в лагерь всему отряду она казалась безумно странной. Да что это всему отряду, всему лагерю, и никто с ней не общался. Она вела себя очень подозрительно, и как только кто-то ловил ее взгляд на себе, все понимали, что ему становится плохо. И я один раз поймала взгляд этой странной девочки в лагере, и мне тоже стало очень плохо. Она смотрела как-то вот так на меня, очень злая, и было видно, что этот человек действительно либо чем-то болеет, либо с ней что-то не так, потому что она была очень бледная, ни с кем не общалась, и не знаю, как она вообще оказалась в лагере, и как ее отправили с таким состоянием туда ее родители. Как только она посмотрела на меня, у меня сразу закружилась голова, мне стало плохо, рядом были мои подружки, с которыми я на то время общалась, и они сказали: «Карин, с тобой все хорошо», посмотрели на эту девочку, но она смотрела только на меня. Они поняли, что у меня закружилась голова, я стою вот так и понимаю, что прям я сейчас упаду. Девочки меня вот так вот по бокам берут, мои подруги, говорят: «Карин, ты что, с тобой все нормально? Можете воды принести?» И я понимаю, что я поймала взгляд этой странной девочки на себе, и мне стало очень плохо, не по себе, не то что закружилась голова, меня резко кинуло в жар, я вспотела так, как не потела никогда, извиняюсь за такие подробности. Мне резко захотелось есть, пить, в туалет, я извиняюсь. И я понимала, что меня вот-вот стошнит, и это ужасное, отвратительное чувство преследовало меня около 15 секунд. Мне было настолько плохо, что я думала: все, у меня поднялась температура, я уже все, сейчас помру, упаду в обморок. И в жизни никогда я больше не смотрела на эту девочку и узнала от вожатых, так как все у вожатых спрашивали, что случилось, как там, что, зачем, что эту девочку забрали на следующий день. Когда только распустилась вся шумиха о ней, что она посмотрит на любого человека, ему сразу становится плохо, да, эту девочку сразу забрали. Но как мне казалось, она просто пропала. Нет, нифига ее не забрали, потому что я обратила внимание на то, как вдали очень похожая девушка во время того, как все отряды собирались идти на обед, просто убегает в лес. Наш лагерь находился в лесу, прям такой лесной, красивый, на природе. Я видела, как со всей силы девочка куда-то бежит. Мне могло показаться, мне могло померещиться, но я вам точно говорю, я на все 100% по сей день уверена, что девочка просто сбежала, а вожатый, чтобы утешить нас, сказали, что ее забрали родители. Вожатые, естественно, не обсуждали поведение девочки, ничего про нее такого не говорили, и сказали, что да, ее просто забрали. Хотя, судя по выражению лица вожатых, когда они в тот момент рассказывали про эту девочку, было понятно, что нифига ее не забрали, и эта история для меня осталась супер мистической, потому что, ну, выглядела эта девочка максимально странно. Возьму фотографию из интернета, одну видела такую, очень похожа вот на эту девушку. Прям вот такое же выражение лица у нее было, и меня оно очень сильно смутило, очень жалко, что я столкнулась с ней взглядами. Не представляете, насколько сильно страшно мне было на то время, просто не передать словами. Ну и последнюю, самую сладкую историю я хочу рассказать вам сейчас, и, наверное, больше никогда о ней не буду говорить, возможно, поговорю чуть-чуть в Инстаграме об этой ситуации. У меня в жизни один раз был сонный паралич, после того, как я одну ночь не спала. Не спала я из-за того, что, ну, просто не хотелось, подсела на сериал «Скам» и решила поспать только на вторую ночь. Лежала я на спине. Спала я вместе со своей сестрой, так как мучила бессонница, я не могла уснуть одна. Я просто ощутила ужасный холод в ногах, холод в руках. Когда я начала засыпать, я услышала очень громкий звук, и я не знаю, как это описать словами. Мне показалось, что надо мной кто-то очень сильно орёт на меня. Ребят, я не знаю, как объяснить, но у меня звенело в ушах. Очень сильно звенело в ушах. Я не могла пошевелиться, я думала, что я какой-то камень. Фу, мне аж страшно становится, как вспоминаю все, что это происходило. Как будто кто-то орёт, пытается что-то мне сказать, а я не могу пошевелиться. Я пытаюсь открыть глаза, но я как будто беспомощна. Я пытаюсь заорать на помощь, позвать своих родителей, у меня не получается. Я пытаюсь встать, у меня не получается. И это длилось, как по моему мнению, вечность. Но на самом деле я почитала, про сонный паралич в интернете, длится это около 2 минут. Кто-то просто орал со всей силы. Я видела очень странное существо надо мной, когда я уже заснула. Блин,
Блин, у меня даже слов не хватает, чтобы это писать. У меня никогда так в жизни не звенело в ушах, вы не представляете. И тут я резко вхожу в сознание, могу пошевелиться и начинаю срочно будить свою сестру. Я говорю: Полин, ты ничего не слышала, с тобой все хорошо? Она говорит: Карин, дай поспать. И это единственное ее слово, которое она мне сказала. На то время я вообще не могла спать. Ни с сестрой, ни одна, никак. Я понимала, что это самый настоящий трэш, который со мной произошел. Это был конкретный сонный паралич. Не знаю, можно ли это отнести к мистике или нет, но я просто хочу, чтобы вы знали, что да, такое в жизни у меня происходило. И я не знаю, из-за чего появляется сонный паралич. Может быть, у меня были какие-то проблемы с психикой, или из-за того, что я не спала до этого целую ночь, или что-то с организмом у меня не то было. Но я клянусь вам, ребят, кто-то просто орал, и в ушах у меня звенело как никогда. Это было очень страшно, и я не могла пошевелиться и не связать два любых даже слова. Для меня это по сей день остается тайной, страшной ситуацией, которую я не пожелаю просто никому. И хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр этого видео. Мне аж стало жарко, не по себе. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до самого конца. Это были страшные мистические истории, которые происходили со мной в жизни. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Напоминаю вам про 5 фантомов, которые я спрятала. Обязательно кидайте мне их в директ в Инстаграме. Я очень старалась сделать это видео атмосферным. И совсем скоро ждите вторую часть мистических и страшных историй, которые происходили у меня в жизни. Вы не представляете, сколько дерьма я пережила, сколько мистики и сколько непонятных ситуаций было у меня в жизни. Я такого не пожелаю никому и хочу сказать спасибо большое еще раз, что досмотрели это видео. С вами была Карина, совсем скоро ждите вторую часть. Ставим лайки, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!